Отвезла только что машину на техосмотр и пытаюсь выйти до работы, потому что льет ужасный дождь. Погодка, конечно, отстой вообще. Короче, мы машину давно не проверяли, мы ее как-то купили. Мы проехали 7000 километров где-то после этого и не меняли ничего, ни масла, ни всякие штуки. И вот сегодня я, короче, завезла, чтобы нам сделали большой техосмотр всего этого, заменили все, что там нужно заменить, чтобы быть уверенными, что, короче, машина где-нибудь не заглохнет и все такое. Забрала мою ласточку с техосмотра. Наконец-то о ней хоть кто-то позаботился, потому что... Ну как, мы на самом деле приехали не так много. Там техосмотр нужно делать раз в 10 тысяч километров, вроде бы. По крайней мере, я что-то такое слышала. Вот. А мы проехали, может, 7 где-то тысяч километров. Вот. Короче, как-то так. В общем, что мне сделали? Мне. Что сделали наши ласточки? У меня тут целая куча бумажек, что мы порасписывали. Короче, поменяли масло и масляный фильтр. Поменяли... воздушный фильтр, поменяли фильтр салону, масло, антифриз залили, тормозную жидкость, мне бы тоже она не помешала, и сделали, короче, ТО, типа, ну это в общем ТО, подождите, еще что, еще они еще сделали, в общем машина, диагностику еще машины посмотрели, сказали, что вроде бы все ок, все в порядке, что-то там с колодками, что-то где-то поржавело немножко, но не критично, поэтому... Я теперь со спокойной душой могу колесить и не бояться, что с моей машинкой что-то случится где-нибудь. Все будет хорошо. Да, вот так вот, как-то так. Через 800 метров круговое движение. Разогреваю ужин, а у нас за окном опять одинокий голубь. Он без лапки. Мне кажется, я его вчера видела. Вчера тоже тут какой-то был безлапочный. Эх, так жалко птичек. Может быть, это его гнездо у нас под балконом. У тебя же нету лапы? Если бы я его увидела, она бы уже сидела на окне и охотилась бы в мыслях, правда, но да. Вчера я готовила мясо по-французски мармишель, вот, и мне хватит это на сегодня, на завтра, возможно, еще на послезавтра я не буду готовить, слава богу, наконец-то ничего. Вот, так что на ужин я мясо по-французски с сыром из куриного филе, вармишель, ну, вармишель я немного переварила, наверное, немного комочками, но это такое. Еще я себе сделала салат из листьев салата, рукколы, огурчика, помидора и зеленого лука. Я приправила солью и подсолнечным маслом. А Олег будет кушать то же самое, только вместо салата у него помидорчики. Дам еще маленькой жопке задегустировать. А ну-ка, зацени. Не? Давай. Олегу тоже понравилось. Он сказал, что это просто великолепно, божественно вкусно было. Что тебе с рота все падает? Мои. Ну что, вкусно? А. Моя заценила. Да. Буду кушать. Всем приятного аппетита.